Мы продолжаем рубрику «Знаете ли вы», где рассказываем об истории улиц нашего города. Сегодня съемочная группа 77 News подготовила интересный материал про общественного деятеля, заслуженного агронома Жамбылской области Торибая Акбозова. Знают ли жители областного центра об этой личности, почему одна из центральных улиц Тараза носит его имя? Акбозов? Нет, не знаем такого. Я действительно не знаю, кто этот человек. Нет, я не знаю такого. Честно, не знаю. Как оказалось, жители Тараза мало знают об этой личности. Торибай Акбозов родился в 1910 году в Аулиатинском уезде в селе Бута-Майнак. С 1935 по 1951 годы был заслуженным агрономом Байзакского района. Занимал должность начальника отдела земельных отношений. Позже был председателем Шуйского райисполкома. Для получения дополнительной информации мы обратились за помощью в архив области. В нашем архиве хранится один документ, касающийся Торибая Акбозова. Это заявление с просьбой принять его в ряды районного комитета партии. Здесь же хранится и его автобиография, написанная им собственноручно, а также анкета, заполненная им. Торибай Акбозов 40 лет своей жизни отдал на благо развития своего региона. И сегодняшнее поколение жамбылцев должно помнить и чтить этого неординарного человека, гражданина и патриота своей страны. Валерий Татаренков, Ильнур Мухтаров, 77 News.